В общественном транспорте Самары с 1 сентября действуют скидки при оплате проезда картой жителя Самарской области и картами МИР через смартфон, напоминает в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Скидка составит 8 рублей при оплате картами МИР, 10 рублей при оплате картой жителя. На выданном билете будет отображаться полная стоимость проезда по безналичному расчету, но списание денежных средств с карты произойдет с учетом скидки. Жители региона смогут поклониться небесному покровителю русского воинства. В телеграм-канале Советского района сообщают, что с 5 по 7 октября в Софийском соборе будет находиться ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Самара стала частью общенародной акции «Всероссийский молебен о победе». Ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца из Троицы Сергиевой Лавры побывает во всех 89 регионах России. Каждый желающий сможет поклониться святым мощам. В Софийский собор доступ к святыне будет осуществляться с 8:00 до 20:00, 7 октября с 8:00 до 19:00. В Самарском районе города провели фестиваль «Золотая осень». В ходе мероприятия наградили дипломами и памятными подарками самых активных жителей района, победителей конкурса «Цветущий Самарский район» в различных номинациях, а также участников осенней выставки «Богатство осени», организованной ТОС «Самарский», ТОС на набережной и ТОС «Исторический», говорится в телеграм-канале Самарского района. Бесплатная аренда технических средств реабилитации доступна каждому, напоминают в телеграм-канале Департамента опеки. Зачастую в инватехнике нуждаются не только люди с инвалидностью. Каждый может попасть в ситуацию, когда срочно нужны костыли, ходунки, пандус или даже коляска. Все это и многие другие ТСР можно взять в бесплатную аренду в инклюзивном ресурсном центре.